такое мечта? Мечта – это самое заветное желание. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? И какие ты подарки хочешь на какой-нибудь праздник? Например, на Новый год, на каком-нибудь празднике или на день рождения. Мечта – это тот, кто мечтает. Мечта – это когда ты мечтаешь. Мечта – это когда ты что-то очень сильно хочешь. Мечта – это то, что человек очень хочет, и это всегда сбывается. Мечта – это когда о чем-то мечтаешь. Мечта – это желание, которое люди хотят, и оно исполняется. Мечта – это о чем ты мечтаешь. Мечта – это когда человек что-то хочет и добивается. Почему так важно мечтать? Мечтать – это потому что вот хочешь кем-нибудь стать, когда вырастешь, например, или что ты хочешь на что-нибудь на день рождения тебе подарят, когда будет какой-нибудь день летний или осенний. Или можно на каком-нибудь празднике и какой-то тебе за мечту подарок будут давать. Чтобы интереснее жить было. Потому что человек без мечты не может. Это значит, что надо мечтать, а не гнить. Потому что мечта делает нашу жизнь красочнее. Это стремиться к своей цели. Ну, важно мечтать, потому что можно загадать желание, и она избудется. Есть ли у тебя мечта? Расскажи о ней. У меня есть мечта, чтобы у меня было много друзей и много подарков на моем летнем день рождения. Покататься с зайчиком на единороге. Моя мечта стать актрисой, певицей. Потому что я хожу в секцию и мне нравится петь. Мечта у меня клава попта. У меня мечта стать программистом. Программист, он разрабатывает всякие приложения. Получить котенка. Буду за ним ухаживать. Следить за ним. Я хочу стать полицейским. Почему? Потому что хулиганы есть где-то, но я хочу спасать мир. У меня мечта стать модельером. Они рисуют одежду, а потом вышивают. Чтобы папа с подводной лодки вернулся.